Мини-футбольный матч первого этапа Кубка России между командами «Спартак» и «Динамо» прошел в Люберцах на базе Дворца спорта «Триумф». По итогам поединка красно-белые взяли верх с отчетом 4-2. Кроме того, в ходе встречи администрация «Люберец» подписала меморандум о сотрудничестве со «Спартаком». Первый матч за Кубок России был действительно знаменательным. Обыграв ЦСКА в конце августа на Кубке вызова, красно-белым пришлось столкнуться с действующим чемпионом страны, подмосковным «Динамо». Первый мяч в ворота «Динамо» прилетел на 9-й минуте игры. В ходе встречи бело-голубым удалось сравнять счет, но ненадолго. К концу первого тайма «Спартак» вел 3-2. Все, игра хороша. «Спартак» лидирует. Самое главное. Встреча была интересна не только напряженной борьбой. В перерыве свои подписи под меморандумом о сотрудничестве между администрацией «Люберец» и мини-футбольным клубом «Спартак» поставили руководитель клуба и глава округа Владимир Ружицкий. Подписываем соглашение между городским округом «Люберец» и футбольным клубом «Спартак» о взаимодействии, о том, что клуб «Спартак» получает постоянную прописку для наших игр в нашем Дворце спорта «Триумф». С этим я вас, ребята, поздравляю. Ну а «Спартак», в свою очередь, взял на себя обязательство помогать в развитии спорта на территории «Люберец». В ближайших планах открытие нескольких отделений Академии мини-футбола для детей дошкольного и школьного возраста. Даренные дети, у которых есть великолепные перспективы, они будут составлять костяк команды своего возраста, который будет за имя «Спартака» играть на область, на город Москву, в разных турнирах. Вот наша команда забила гол очень удачно. По итогам матча «Спартак» взял верх над подмосковным «Динамо» со счетом 4-2. Также на выходных красно-белые сыграли с «Мосполитехом» и досрочно завоевали право выхода во второй этап Кубка России. Все домашние встречи «Спартак» проведет в Люберцах, так что на площадке «Триумфа» будет еще много ярких побед. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.